В двух словах расскажу. Да. Спасибо. Значит, Олег занимается этим уже не первый год. Я как человек военный, привык к реальным результатам. Я не верил в течение 5-6 лет. Ну, не верил. Не может быть такого, что там что-то как-то получится или нет. Начал применять, я никак получил, толкнуло, что меня на это. У Олега был юбилей. Вот. И я начал собирать, шкаф открыл, начал собирать вещи, там, костюм, чего-то. Я не влез практически ничего. Нашел какие-то джинсы, рубашку и ходил как бы так. И думаю, надо живец сбрасывать. Он говорит, ну, попробуй вот эти коктейли энергетические. Я начал пить эти коктейли, заменил ужин. То есть я его пью. 6:30, 7 часов вечера, коктейль, добавляю туда семена чиа, выпиваю, и мне до 9:30 утра хватает, я не хочу кушать. Сплю хорошо, изжога, которые обычно люди как работают, домой пришли, наелись и в люлю, правильно? Перестало. То есть вот за это время, с мая месяца прошлого года, я вес бросил 15 килограммов, ну просто ушел. Вот. Чувствую себя прекрасно. Плюс к этому, на теле, у меня на всем теле сошли родинки, бородавки и все прочее. Могу просто показать вот руки. Вот, кто видит, ни одной штуки нет. У меня были здесь вот такие крупные черные тератомы. Я не знаю название, тератомы, Плюс к этому, у меня вот здесь на шее, вот здесь на шее, был жировик. Ему было лет 30, я еще на севере служил. Был. Он то пропадал, то появлялся. То есть, ну, и в конце, вот в том году, в мае месяце или в июне, ну, увеличился. И мне, ну, врач знакомый говорит, надо резать, потому что или чири там, или что-то. А потом мы в Ессентуки собирались ехать в сентябре, и парикмахерши свои пришли к Юрке. Она стрижет, она говорит, дядя Саша, а у вас, говорит, это, вы сделали операцию? Я говорю, да нет. А у вас, говорит, пропал этот жировик. Я щупаю, смотрю, а его и нет. Вот расследание. То есть это вот чисто, кроме коктейлей, вот семена чиа, я больше ничего не пил. Я перестал пить таблетки, у меня был повышен сахар, вот. Перестал пить таблетки от сахара. То есть сахар пришел в норму. Вот. Конкор утром пили, как он там называется, это пульс. Тахикардия была. Пульс в норме. То есть общее состояние прекрасное, сплю хорошо. Вот такие дела.